Кстати, сказал лет 25 назад, 30, о том, что идея гуманизма ушла, которая, в общем-то, мир жил там, со средних веков, с возрождения. Для меня, если говорить о той гражданской войне, самая знаковая фигура — это Максимилиан Волошин, который прятал и лечил у себя и белых, и красных. И написал стихотворение, которое одно называется «Красноармеец», но ходил в белых окопах, белогвардейцы ходил в красных окопах, то есть там всем сестрам, посередкам и тем, и тем. А чего спасал людей просто, потому что неважно, красный или белый, жизнь человеческая, дороже всего. Все уходит. Более того, что я не помню, я, конечно, не прочитаю эти стихи сейчас на памяти, я просто помню финал «Белогвардейца». Вроде все тут, но финал такой. И говорят, когда придут в Москву, повесят Горького и расстреляют Блока. Вот вам белая идея, да? Ну, это тоже в этом году. А третье будет на другую тему совсем, и все, и мы его закручиваем. Наверное, об этом говорить уже. Не надо. С любопытством смотрю на лица прохожих, да чего же их просто забыть. Очень трудно любить на тебя непохожих, очень скучно. Подальше не ржись, в два притока всего.